Среди участников посвящения Калачакры, хотя все они будут принимать участие в одном и том же посвящении, будут различия в том, как именно они станут принимать и получать его. У одних будет глубокое понимание посвящения, в то время как у других понимание окажется ограниченным. Тем не менее, самое важное — иметь прочную веру в Гуру и Божество. Вера в три драгоценности чрезвычайно важна. Вера — корень всех добродетелей. Нужно думать, после получения посвящения Калачакры я оставлю те или иные неблагие проявления. Я стану взращивать добродетели, которых не мог взрастить прежде. Например, человек, пристрастный к крепким напиткам, может принять решение либо вовсе перестать пить, либо выпивать меньше. Можно также принять решение перестать убивать, ссориться, воровать и так далее. Если вы сможете оставить недобродетель, и всеми силами взращивать добродетели, то получите благословение во время этого посвящения, даже если не сможете выполнить визуализации. Мощные отпечатки будут оставлены в вашем уме, и Калачакра на земле Шамбалы окружит вас своей заботой. Джаду Ринпоче, Калачакра во имя мира на земле, Монголия, август 2024-го.